Добрый день, мои подписчики. На дворе лето, овощей сейчас полно. И я решила сегодня приготовить одну очень аппетитную и сытную закусочку из одних только овощей. Все необходимые продукты перед вами. Это баклажаны, сладкий перец, помидор, чеснок. Итак, будем нарезать баклажаны. Мы их нарезаем вот такими колечками. Я вот один уже нарезала. И будем обжаривать их с двух сторон на подсолнечном масле. Пока баклажаны готовятся, будем нарезать остальные ингредиенты. Это чесночок мы нарезаем мелко-мелко. Теперь берем сладкий перец. Его мы нарезаем соломкой. И помидор нарезаем. Присолим сверху. На готовые обжаренные баклажаны мы выкладываем остальные овощи. Это у нас идет чесночок, затем нарезанные дольки помидора. И нарезанный сладкий перец. Сверху еще немножко присолим и будем выкладывать еще одну партию обжаренных баклажан.
очень вкусная, красивая закуска. Приятного вам аппетита и до скорой встречи!